На подмосковном полигоне Алабино в эти минуты проходит очередной забег военно-спортивной игры «Гонка героев». Преодолеть 10-километровую трассу в этом году решились 1500 человек. Между собой соревнуются команды российских фитнес-клубов из разных регионов страны, а также представители спорта и шоу-бизнеса в составе команды «Звездного десанта». Трасса «Гонки героев» оборудована препятствиями, используемыми при подготовке бойцов в спецподразделении. Взводы с лучшим командным временем забега будут допущены в суперфинал игры.